так, в связи с последними событиями, в связи с сыпящимися в наш адрес угрозами по телефону, подложным письмам и так далее, я обращаюсь к правоохранительным органам Кубани и Российской Федерации. Чтобы не получилось так, как получилось в 2018 году, когда в нашем офисе нас расстреляли из огнестрельного оружия, было заведено уголовное дело и никто не был найден, я предупреждаю заранее об этих же самых же угрозах, что в течение ближайшего времени, возможно, здесь опять появятся ребята с огнестрельным оружием, и с риском для жизни посторонних будут стараться кого-нибудь здесь угробить.